Разрешите вам представить питомник породистых кошек «Гордость Шотландии». Сейчас мы выпускаем вот очередной помет из данного питомника. Обратите внимание, питомник специализируется на высокопородном разведении скотиш-фолдов и скотиш-фолд-страйты вот есть в помете. Обращаю ваше внимание, какие необычные окрасы были получены в данном помете. Вот золотисто-голубой окрас, это котик был получен. Здесь у нас черный мраморный, вот два котенка, черный мраморный, кот и кошка. И вот такой необычный тоже окрас, черный мрамор с белым, посмотрите, биколорный вариант, насколько интересный и праздничный окрас. Котята питомника «Гордость Шотландии» пользуются успехом, родители неоднократно были отмечены призами и наградами. А вот очаровательная заводчица, которая получила вот такой роскошный помет. Крупных, очень крупных упитанных котят, выращены они с большой любовью. Как это вам удалось? Ну, стараемся, выбираем, конечно, очень хороших котов, специально предусматриваем, чтобы были хорошие, крепкие котята. Вот, а также хорошим кормом мы любим. Да. Их с любовью растим. Вот, поэтому лучшие котята в питомнике «Гордость Шотландии». Обратите на это особое внимание. Они нам очень интересны для селекционной работы в профессиональных клубах кошек системы ПЦА.